Открытие кинотеатра – это настоящее событие, которое золотыми буквами вписывается в историю города. А если день рождения кинотеатра совпадает с днем премьеры 150-миллионного блокбастера от компании Disney и продюсера трилогии «Пираты Карибского моря» «Принц Персии», непременно жди чудес. Сегодня открылся новый мультиплекс Star Cinema, семизальный новый кинотеатр в торгово-развлекательном комплексе Prime Plaza. Я думаю, что каждый найдет здесь для себя развлечение по вкусу. Здесь есть Родео Бык, на котором с удовольствием можно прокатиться. Игровая зона для детей и взрослых. Также здесь будет двухэтажный автобус, Starbus. Это новый ресторан, которым будет радовать всех посетителей кинотеатра Star Cinema. Как на всяком дне рождения, не обошлось без шоу-программы. Фокусники, заклинатели змей, красавицы, одетые в лучших традициях «Тысячи и одной ночи», и восточные танцовщицы радовали глаза гостей. В общем, все было в стилистике фильма «Принц Персии. Пески времени». Для кого-то поход в кино – праздник, для кого-то – часть работы, а для кого-то из-за недостатка свободного времени – роскошь, которую редко, но можно себе позволить. Мы любим ходить в кино, но удается ходить нечасто. Но мы постоянно берем DVD в прокате и каждый день смотрим на один или два фильма, ежедневно просматриваем. В общем, мы киноманы. Реально киноманы. Не проходит и недели, как два фильма мы смотрим точно. Она мне говорит, пойдем в парк? Я говорю, нет, в кино. Но ведь в кино нельзя целоваться. Кто сказал, нельзя целоваться? Ну, видите, краснеет. Так и есть. Кинематограф очень люблю, но, к сожалению, не так часто приходится ходить в кино, как бы, да. Больше это, наверное, происходит дома, перед телевизором. Смотреть фильмы типа «Принца Персии» по телевизору – это то же самое, что слушать трансляции футбольных матчей по радио. Кстати, еще одно неоспоримое преимущество кинотеатров – места для поцелуев. Я вообще люблю последние места. Естественно, даже в большом зале или в маленьких зале, мультиплексах, не знаю, последние места как-то удобнее смотреть, как будто на большой плазменном экране смотришь. Вот. Мне не нравится смотреть фильмы снизу вверх, я люблю смотреть прямо. А ты целуешься в кинотеатре? Нет, я не отвлекаюсь, я же киноман. Так, места для поцелуев, но, к сожалению, находятся они в самом центре, так что весь зал будет смотреть не кино, а то, как мы будем целоваться с девушкой. Нам разницы нет, где целоваться, на самом деле. Нам обязательно для этого ходить в кино. Не всегда я хожу с девушками в кино. Обычно это бывает в кругу моих друзей, ребят группы 101 и так далее. С ними, ну что ты, это будет извращение какое-то, наверное, целоваться с ними в кинотеатре тем более. Может быть, я сейчас открою секрет, но если вы захотели заняться любовью на очень комфортных и предусмотренных, даже созданных для этого креслах в кинотеатрах Star Cinema, помните, что во всех кинозалах установлены видеокамеры. И, возможно, именно ваше видео будет выложено на YouTube. На презентации и без того было, что выложить на YouTube. Поздравляем всех жителей Алматы с открытием нового кинотеатра, а всех влюбленных с новым местом для свиданий. L'amour toujours!